Снова здравствуйте. Середина января практически уже. Время после обеда. Едем с Вороном снова хворост собирать. Вот такая вот красота в лесу сегодня опять. Его, но уже облетает. Пораньше бы выехал. Было бы покрасивее. Вот так вот тут. Вот такая дорога осталась после того, как я туда-обратно в первый раз съездил. Едем снова. Пробовать будем. Сейчас ему гораздо легче вроде катиться, но, по крайней мере, обратно будет. Вот так вот тут. Так в деревне и живем. Ладно. Что будет интересного, выйду на связь. Вот ворон разогрелся маленько. Решил меня с ветерком покатать. Ой-де! Вот так вот. Отсюда козлики выбежали. Они уже туда вон, в болотине убегали. Камера у меня далеко спрятана, чтобы не замерзло. Вот так вот тут едем. Едем. Еще маленько осталось. Километр. И мы на месте. О, дорога какая набита. От меня, видимо, выскочили еще из леса раньше. Ну, ладно. Бегом мы бежим. Пробил сейчас дорогу на два раза проехать туда и там он вправо на свой след, чтобы полегче было не по целине сталкивать. Вот тут есть еще что брать. Так как закон пока мутный, вот такие вот, где еще на пеньке, мы трогать не будем. А какие вот чисто на земле лежат уже. Таких мы сейчас с вороном возьмем. Ну вот так вот. Приступим.
Фу, все, погрузился. Фу, не знаю, вывезем, не вывезем. Что-то я планировал, что будет полегче. Фу, по весу. Казалось. О, тяжело. Сейчас тросами сверну. И домой. Короче, я устал. Ну, потом, наверное, выйду на связь, еще расскажу, довез я, не довез. Ладно, в общем, связываюсь. И домой. В общем, медленно, но верно мы все же движемся. Со второй попытки сорвал. Думаю, дотащим, если не развалится. Так. Ремни короткие оказались. Все шевелится, все трещит. Все играет. Ну, вот так вот тут. Всем, наверное, тогда пока. Надеюсь, форс-мажорных обстоятельств у нас никаких не случится. Потихонечку доедем. Кто все же думает о коне, вы еще думаете. Я во многих видео об этом говорю. Что конь — это хорошо. Вот, боком сели. Нагрузку идет, чувствуется прямо. Тянуть приходится ему. Тут на дым, снега много. Ох, ладно, буду рулить, а то я одной рукой. Неловко мне. Он маленько у меня с колеи сбивается. Буду его колеей держать, все полегче. Ну вот так вот. Идем, идем, идем. Молодец, ворон, ай да. Домой, домой идем, все. В общем, добрались мы до дома. Вон там первая кучка с первого рейса, со второго. Ворон устал, капец, как сильно говорит. Сейчас его распрягаю и на отдых, да, красавец? Молодец. Отказывался, отказывался идти в середины пути. Метров 100 пройдет, встанет. Тащить может. По нему чувствуется, что может, но, видимо, устал и не хочет. Думает, что я его не заставлю. Пришлось он прутик брать и подгонять. И от леса вообще бегом бежал. Может, ему бегом легче. Они более-менее катятся. Не надо в нагрузку тащить. Ну, в общем, конь молодец. Потрудился. Сейчас на отдых. Потом буду я дальше трудиться. Всем пока. Еще один день закончился. С хозяйством. Вечером управится и все.